Здравствуйте, меня зовут Львович Михаил Григорьевич, директор информационных технологий ОАО «Мелькомбинат». Согласно закону о ветеринарии, с 1 января 2018 года необходимо обязательное оформление ветеринарных свидетельств в электронном виде. Наша продукция является поднадзорной и поэтому подпадает под действие этого закона. И мы подобрали себе программный продукт для формирования электронных свидетельств. Одним из основных критериев этой, при выборе данного продукта и партнера, с которым мы могли бы работать, это то, что партнер должен быть тверской и партнер, с которым бы нас связывали долгие и хорошие взаимоотношения. Таким партнером для нас явилась фирма Wizard, с которой мы сделали несколько успешных проектов. Основная сложность, которая возникла при решении нашего проекта, была в том, что, первое, у нас 3 производственных площадки. То есть фактически мы должны были делать ветеринарные свидетельства на 3 предприятиях. Второе – это то, что наша учетная система «Галактика», которая не столь сильно распространена в России, как 1С. Поэтому там свои источники данных, и должны были быть написаны уникальные обмены между программным продуктом, нашим программным продуктом и тем программным продуктом, который нам предоставил компания Wizardsoft. Была создана рабочая группа из работников фирмы Wizard и работников Мелькомбината. Составлена концепция, целью которой и результатом всего явилось успешное внедрение. Больше всего нам, как всегда, нравится это надежность, это отзывчивость людей, их высокая компетенция, особенно руководителя проектной группы Жукова Сергея. Больше всего нам компании Wizardsoft это высокая квалификация работников и нацеленность на конечный результат, на успешное завершение любого проекта. Фирма Wizardsoft является лидером тверского рынка и нашим надежным партнером при решении любых проблем. Мы всегда рекомендуем продукты и компанию Wizardsoft для наших клиентов, потому что компания Wizardsoft успешно реализовала не один проект на наших предприятиях. Мы продолжаем успешное сотрудничество с компанией Wizardsoft. У нас заключены договора на техническое и абонентское обслуживание программного продукта. Как результат нашего успешного сотрудничества, мы уже в течение почти полугода выписываем электронные ветеринарные свидетельства на 3 наших предприятиях. Ну, на сегодняшний день мы уверены в том, что наш программный продукт полностью соответствует требованиям, которые будут выдвинуты с 1 января 2018 года. Проект был успешно завершен благодаря высокой квалификации и нацеленности на результат нашего надежного партнера фирмы Wizardsoft.